Сегодня важное событие отметили и в Кировском управлении наркоконтроля. 11 лет назад было принято решение о создании новой силовой структуры. Подробности в нашем сюжете. За годы работы управления коэффициент заболеваемости наркотической зависимостью в Кировской области остается гораздо ниже показателей по Приволжскому федеральному округу и в целом по России. В регионе предпринимаются все меры для максимального противодействия распространению наркомании. На протяжении этих лет основные усилия органов наркоконтроля были направлены на снижение спроса и предложения наркотиков на нелегальном рынке, выявление и ликвидацию каналов их поступления и сбыта, пресечение деятельности организованных преступных организаций и сообществ и организованных групп, занимающихся контрабандой и сбытом наркотиков. С датой образования Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков сегодня поздравили первые лица города и области. Все выступавшие отметили эффективность работы службы в нашем регионе. Проявляя высокие профессиональные и личные качества, вы надежно стоите на передовой линии борьбы с преступлениями в сфере оборота наркотиков. Эффективно содействуете упрочению общественной стабильности. За эти годы подразделениями управления выявлены и раскрыты тысячи преступлений. От возможной наркоугрозы спасены и защищены многие-многие жизни. Также Никита Белых наградил двух сотрудников почетным знаком Кировской области «Доблесть и усердие». Благодарственные письма и почетные грамоты ряд специалистов службы получили от главного федерального инспектора по Кировской области, Заксобрания и главы города Кирова. Вергина Мтивасян, Вячеслав Голиков, Вести, Киров.